17 февраля. Сегодня королевский спектакль. Светлейший государь, актеры труппы господина, всевернейшие, всепослушнейшие слуги ваши, поручили мне благодарить вас за ту неслыханную честь, которую вы оказали нам, посетив наш театр. И вот, сир, я ничего не могу сказать. Муза, муза моя, о лукавая талия, всякий вечер, услышав твой крик, при свечах в полирояле я надеваю с гонореля парик. Поклонившись по чину, пониже надо, платит портер 30 су. Я, о сир, для забавы Парижа а колесину часто несу. Но сегодня, о, муза комедии, ты на помощь ко мне спеши. Ах, легко ли в интермедии солнце Франции мне смеши. Вот голова, солнце придумал. Когда он это сочинил? Когда? Никогда экспромт. Мысли вы ли это? Вы несете для нас королевское бремя. Я комедиант, ничтожная роль, но я славен уж тем, что играл в твое время. Людовик Великий, французский король! Благодарю вас, господин де Малье. Все послушнейшие слуги ваши просят посмотреть еще одну смешную интермедию, если только мы вам не надоели. С удовольствием, господин де Малье. Занавес! Убью его и зарежу. Кого он хочет зарезать в час триумфа? Тебя! Ну, я не знаю, зачем я держу при себе мучителя. 40 раз играли, все было в порядке. При короле свеча повалилась в люстры, воском каплет на паркет. Мэтр, да вы сами выделывали такие смешные коленцы, палашом повалили свечку. Врешь, негодник! Он прав!
Вы задели Петьку шпагой! В зале смеются, король удивлен. Король! Король, самый воспитанный человек во Франции, он ничего не заметил! Никакой спички! Валил я? В таком случае, что же я на тебя кричал? Затрудняюсь ответить на этот вопрос. Ой, я, кажется, порвал твой кафтан. Да чего там? Боже! В каком я виде? Пожар, пожар, господа! Возьми вот этот кафтан. А штаны почему? Будет верхом безвкусице, если считать такой превосходный кафтан вот с такими, извините, гнусными штанами. Это просто позорнишь. Сударь, тут вот в кармане я нашел две монетки. Серебряные, незначительного достоинства. Что прикажешь с ними сделать? В самом деле, мошенник, я полагаю, что лучше всего их сдать в музей. Я тоже. Ну вот. Я сдам. Я. Ну что, я пошел снимать нагар? Я попрошу только со сцены не пялить глаз на короля. Ну, кому это говорите? Я образованный человек, я воспитанный человек, я француз по происхождению. Да, ну, болван по профессии. Ну, по профессии болван. Великий актер, но по характеру потрясающий грубиян. Совершил я ведь какой-то грех, и послал мне его Господь в Лиможе. Господин директор. А, да, с вами еще. Вот что, сударь. Этот фокус, вы уж простите за откровенность второго разряда, но простой публике он понравится. Я вас выпущу в антракте в течение недели, но все-таки как вы это делаете? Секрет, господин директор. Ну-ка, возьмите несколько аккордов. Я же узнаю, все равно же узнаю. Где-нибудь пружина, не правда ли? Клавесин. На ночь останется в театре. Ну не тащить же вам его домой. Господин Демольер, ваш выход! Почему вы называете меня регистром? Может быть, это прозвище неприятно мне? Милый господин Лагранж, вся труппа очень уважает вас и вашу летопись, но... Но если угодно, я перестану вас называть. Я жду вас. А зачем? Сегодня 17. И я поставил черный крестик в регистре. Что-нибудь случилось? Может быть, кто-нибудь в труппе умер? Нехороший. Черный вечер отмечен мною. Откажитесь от него. Господин Лагранж, а у кого вы получили право вмешиваться в мои дела? Это злые слова. Я умоляю вас, умоляю, не выходите за него. Вы влюблены в меня? Нет, вы мне не нравитесь. Пропустите, сударь. Пропустите. Нет, вы не имеете права, вы же так молоды, я взываю к лучшим вашим чувствам. Боже мой, у всех в трупе помутился ум, честное слово, скажите, какое вам до этого дело? Я не могу вам этого сказать, но это большой грех. А, сплетня о сестре? Слышала вздор. Да если у них и был роман, что мне до этого? Стоп. Откажитесь. Нет? Я вас заколю! Вы сумасшедший убийца! Я!
счастье. Ну что вы? Вы же не любите ее. Ну вы же так молоды. Вы девочка, нет, вы девочка. Нет, 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 уже... нет, я люблю. Ну откажитесь, я умоляю вас, откажитесь, я умоляю вас. Регистр, я не могу. Я с ним в связи. Идите. Больше я вас не держу. Вы насильник. За то, что вы угрожали мне, вы будете противны мне. Простите, я хотел вас спасти. Простите. Чудовищно. Чудовищно. Мэтр, весь мир обалдился на меня. Вот что, пойди-ка осмотри свечи в портере. Я только что оттуда. Ну тогда пойди к буфетчику, принеси графин вина. Уже принес. Вот оно. Тогда вот что, пойди. Пойди просто ко всем чертям. Ну, с этого куда-нибудь. Надо было начинать, сэр. Это сколько вам лет? Что это значит? Конные гвардейцы меня спрашивают. Ну-ка, пошел вон! Целуй меня. Вот нас так уж нас под него не подлезешь. Знаешь? Ты знаешь? Теперь это не страшно. Я решился. Но только поклянись, что любишь меня. Люблю. 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 Ты не обманешь. Ведь я уже посидел. Морщины на моем лице. Я окружен врагами. Позор убьет меня. Нет, нет, но как это можно сделать? Ну как? Ах, я хочу жить еще век с тобой. Но ты не беспокойся. Не беспокойся, я за это заплачу. Я тебя создам. Ты станешь первой, будешь великой артисткой. Это мое мечтание, а стало быть, так и будет. Но если ты не сдержишь клятву, ты отнимешь у меня все. Я не вижу. Я не вижу морщин на твоем лице. Ты так смел. Ты так велик, что у тебя не может быть морщин. Ты Жан. Я Батист. Ты Малье. Ах, завтра мы с тобой... обвенчаемся. Правда, мне много придется перенести из-за этого. О, что за жизнь! Вечером сегодня дома у Мадлены нам нельзя будет встретиться. Поэтому сделаем так. Когда театр погаснет, приходи к боковой двери в саду, жди меня. Я проведу тебя сюда. Луны нет. Господин де Молье! Ваш покорный слуга. Король приказал мне вручить вам его плату за место в театре. 30 су. О, король. Но ввиду того, что вы трудились для короля своей программы, он приказал мне вручить вам доплату к билету за то стихотворение, которое вы сочинили и прочитали королю. Здесь
5000 ливров. О, король, мне 500 ливров. Остальное раздели поровну между актерами труппы и раздай на руки. Благодарю вас от имени актеров. Король уезжает. Честь. Счастлив, сударыня, что случай дал мне возможность. Капитан компании черных мушкетеров Дорси. Арман де Пижар. О. А вы знаменитый фехтовальщик, который может каждого заколоть. Вы, сударыня, несомненно, играете в этой труппе, не так ли? О, мой бедный мэтр, началось. Понял, вы что-то сказали, любезнейший? Нет, это вам показалось. Стало быть, у вас привычка разговаривать с самим собой. Что вы говорите? Да что за черт такой повалить? Ваше лицо, сударыня. Такой дикий случай. Очень страшно кричал во сне. Да? Например, вот так. 8 лучших врачей в Лиможе лечили меня. Ну, помогли вам, надеюсь? Нет. За 3 дня сделали мне 5 кровопусканий, после чего я лег и лежал неподвижно, ежеминутно приобщаясь с святых тайн. Не, вы оригинал, любезнейший. Повысил! Я лечу себе надежды. Вот это кто такой? Вот это? Да. Ох, сударь, это тушащий свечей Жан-Жак Бутон. Милейший, я в следующий раз я с наслаждением вот это прослушаю о том, как вы орали во сне. Честь имею, кланяться. Бегу нагонять короля. Всегда лучше подарок. Я жду. Луны нет. Пригласи ко мне госпожу Мадлену Бижар. Сударь, гаси огни. Слушаюсь. Ступай домой. Слушаюсь. Мадлена, очень важное дело. Я хочу жениться. На ком? На твоей сестре. Умоляю, скажи, что ты шутишь. Ну, Господь с тобой. А я? Ну как? Мадлен, ты вернейший-то товарищ. Нас связывают узы дружбы, но любви между нами давно нет. Ты помнишь, как ты 20 лет назад сидел в тюрьме? Кто приносил тебе пищу? Ты? А кто ухаживал за тобой в течение 20 лет? Ты. Собаку, которая всю жизнь стерегла дом, никто не выгонит, Мольер. А ты можешь выгнать? Страшный ты человек, Мольер, я тебя боюсь. Не дерзай меня, страсть охватил. А все же измени свое решение, Мольер. Сделаем так, будто этого разговора не было. Пойдем домой, а? Ты зажжешь свечи, я приду к тебе. Ты почитаешь мне 3-й акт Тартюфа. По-моему, это вещь гениальная, а? А если тебе понадобится посоветоваться, с кем посоветуешься, Мольер? Ведь она девчонка. Ты знаешь,
Дмитрий, ты постарел, Жан-Батист? Да, вон у тебя висок седой. Ты любишь гребку. Я тебе все устрою. А? Вообрази, свеча горит, камин зажжем, и все будет славно. А? Ну, хорошо. Если уж ты не можешь, я знаю тебя. Ну, посмотри на Реваль, а? Какое дело, а? Я слова не скажу. О чем ты говоришь? Ну, какую роль ты на себя берешь? На ком угодно! Тише. Только не нормально! Проклятый день, когда я привезла ее в Париж! Тише. Я должен на ней жениться. Вот. Обязан. Поняла? Мой Бог. Бог. Все. Больше не борюсь. Сил нет. Я отпускаю тебя. Ульер, мне тебя жаль. Ну, ты не лишишь меня дружбы. Не подходи ко мне, умоляю. Ну так, из труппы я ухожу. Что, мстишь? Бог видит, нет. Сегодня был мой последний спектакль, я устала. Я буду ходить в церковь. Ну, театр даст тебе пенсию, ты заслужила. Но я верю, что когда твое горе уляжется, ты вернешь мне расположение, и мы будем видеться с тобой. Нет. Что ж ты и Арманду не хочешь видеть? Арманду буду видеть. Арманда ничего не должна знать. Ты понял? Ничего. Да. Уже поздно. Пойдем. Я доведу тебя до твоего дома. Нет, благодарю. Не надо. Позволь мне несколько минут посидеть у тебя. Но ведь ты же... Скоро уйду, не беспокойся. Мадлен. Прощай. Госпожа Бежар, случилось, да? Я знаю. Я думаю, регистр. У вас не хватило сил сознаться ему. Поздно. Теперь уже нельзя сказать. Пусть буду несчастна одна я, а не трое. Вы рыцарь, в Орле. Вам одному я сказала тайну. Я горжусь вашим доверием, госпожа Бежар. Я пытался остановить ее, но мне это не удалось. Никто никогда не узнает. Пойдемте, я провожу вас. Нет, благодарю. Я хочу думать одна. Барле, я покинула
сегодня сцену. Я все же провожу вас. Нет. Продолжайте ваш обход. Февраля. Был королевский спектакль. В знак чести рисую лилию. После спектакля во тьме я застал госпожу Мадлену Бежар в мучениях. Она сцену покинула. Причина? В театре ужасное событие. Жан-Батист Оклен де Мольер. Не знаю, что Арманда не сестра, а дочь госпожи Мадлены Бежар женился на ней. Писать этого нельзя, но в знак ужаса ставлю черный крест. И никто из потомков никогда не догадается. Семнадцатому конец. Ушли. Что вас черти унесли? Дьявол, черти, я бедный несчастный мальчик, не спал 2 дня. Я никогда не сплю. Сознавайся, кто ты такой? Господин директор, не колите меня, я не вор, я Захария, несчастный Моро. Понял. Ах, шарлатан окаянный. Ну? Пожалуйста.
Виноват, сэр! Краплёные карты! Помолись! Вы пришли ко мне играть краплёными картами? Так точно, ваше величество! Обнищание моего имени! Маркиз, как я должен, как я должен поступить по карточным правилам в таком странном случае? Вы должны ударить его подсвечником по физиономии. Это во-первых, все. О, какое неприятное правило. О, в этом подсвечнике фунтов 15, я полагаю. Надо бы легкие ставить. Разрешите мне, сир. А, прошу вас. Благодарю. Впрочем, не утруждайте себя. А во-вторых, вы говорите? Во-вторых, сир? Да. Обругать его, как собаку. А, отлично. Где он? Пошлите за ним. Сапожника. Сапожника! Справедливого сапожника требует король. Иди от бегун! А как это, скажите, как это делается? Ногтем, ваше величество. Ногтем. На дамах, например. Я нулики поставил. А на валетах? Косые крестики, сир. Чрезвычайно любопытно. Ну и как же закон смотрит на эти ваши действия? Отрицательно, ваше величество. Что же вам могут сделать за это? В тюрьму могут посадить. В тюрьму. Иду! Бегу! Лечу! Вошел! Вот я! Ваше величество, здравствуйте! Великий монарх! Что произошло? Кого надо обругать? Справедливый сапожник. Вот маркиз де Лиссак сел играть со мной краплеными картами. Да ты что? Ты спятил, что ли? Да у нас за это приигрыш в три листика на рынке морду бьют. Хорошо я его отделал, государь. А, спасибо. Пожалуйста. Я яблочко возьму. Пожалуйста, возьми. Забирайте ваш выигрыш, маркиз. Ваш выигрыш? Вы что, вы смеетесь? Герцог, если вам не трудно, посадите маркиза де Лиссака на один месяц в тюрьму. Дайте ему туда свечку и колоду карт. Пусть рисует на ней нулики и крестики. Да.
забирайте, забирайте вы пошли. Затем направьте его в его имение вместе с деньгами. Приведите его в порядок. Еще. В карты больше не садитесь играть. У меня предчувствие, что вам не повезет в следующий раз. О, сир! Вылетай из дворца! Канария! Ваше Величество, разрешите мне представить вам бродячего проповедника отца Варфоломея. Люблю всех моих подданных, в том числе и бродячих. Представьте мне его, архиепископ. Представьте его. Извините! Ой! Извините! Ой! Сатана! Нет. Вы полоумны во Христе! Мы полоумны во Христе! Жуткий мальчик, помолись! Славнейший царь мира! Я пришел к тебе, чтобы сообщить, что у тебя в государстве появился антихрист, безбожник, ядовитый червь, грызущий подножие твоего трона. Имя носит Жан-Батист Мольер. Сожги его на площади вместе с его богомерзким творением Тартюф. Весь мир верных сынов церкви требует этого. Требует? У кого же это он требует? У тебя, государь. Архиепископ, тут у меня что-то требует. Простите, государь, он, очевидно, помешался сегодня. Я не знал. Это моя вина. Герцог, если вам не трудно, посадите отца Варфоломея на 3 месяца в тюрьму. Из-за антихриста страдаю! Из-за антихриста страдаю! Архиепископ, подойдите ко мне. Я хочу говорить с вами интимно. Архиепископ, он полоумный? Да, государь, он полоумный, но у него сердце истинного служителя Бога. Архиепископ, а вы находите этого Мольера опасным? Государь, это сатана. А, значит, вы разделяете мнение Варфоломея? Да, государь, разделяю. Сир, выслушайте меня. Безоблачное победоносное царствование ваше не омрачено ничем. И ничем не будет омрачено, пока вы будете любить... Кого? Бога. Я люблю его. Он там. Вы на земле. Больше нет никого. Да. Государь, нет предела твоей мощи, никогда не будет, пока свет религии...
почить над твоим государством. Люблю религию. Так, государь, я вместе с блаженным Варфоломеем прошу тебя, заступись за нее. Вы находите, что он оскорбил религию? Так, государь. Дерзкий актер, талантлив. Ну, хорошо. Я заступлюсь за нее. Но я попытаюсь исправить его. Он может служить ко славе царствования. Но если он совершит еще одну дерзость, я накажу. Этот ваш блаженный, он любит короля? Да, государь. Архиепископ, выпустите его через 3 дня. Но доведите до его сведения, что, разговаривая с королем Франции, нельзя произносить слово «требует». Да благословит тебя Бог, государь, и да опустит он свою карающую руку на безбожника. Слуга вашего величества, господин де Мольер! Пригласите. Господин де Мольер. Сир. А, господин де Мольер, я ужинаю. Вы не в претензии? О, сир. О. А вы со мною? Стул, прибор. Ваше Величество, этой чести я принять не могу. Как относитесь к цыпленку? Мое любимое блюдо, государь. А. Разрешите встать. Кушайте. Позвольте мне.
Служить. 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 Голос. Голос. Тихо, тихо, голос. Тихо. А... Умница. Умница. Как поживает мой крестник? Ваше Величество, к великому горю моему ребенок умер. Как, и второй? Да. Не живут мои дети, государь. Не следует унывать. Казалось. Ваше Величество, во Франции не было случая, чтобы кто-нибудь ужинал с вами. Нет, я беспокоюсь. Франция, господин де Мольер, перед вами в кресле. Она ест цыпленка и не беспокоится. Ваше Величество, во всем мире только вы можете сказать так. Да, я знаю. Чем подарит короля в ближайшее время ваше талантливое перо? Тем, что может послужить. 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 Остро пишите. Но следует помнить, что есть темы, которых следует касаться с осторожностью. А вы в вашем Тартюфе, согласитесь, были неосторожны. Духовных лиц надлежит уважать. Я не думаю, чтобы мой писатель мог быть безбожником. Помилуйте, Ваше Величество. Твердо веря, что в дальнейшем ваше творчество пойдет по правильному пути, я разрешаю вам в Пале-Рояле играть вашу пьесу «Тартюф». Люблю тебя, король! Люблю! Вы слышали, архиепископ? Thank you.
Королевский ужин окончен. Королевский ужин окончен. Королевский ужин окончен. Королевский ужин окончен. Сегодня вы будете стелить мне постель. Дорогу королю! Ну, видите, архиепископ, вы меня не тронете. Дорогу королю! Дорогу королю! Разрешен торчу! Дорогу королю! Нет, не исправит тебя король и упадет с этой лестницы. Брат Верность, подойдите ко мне. Брат Верность, вы что же это, полоумного прислали? Я вам поверил, что он произведет впечатление на государя. Кто же знал, что он произнесет слово «требует»? Требует? Требует. Требует. Вы нашли женщин? Все готово, архиепископ. Она уже послала записку и привезет его. Поедет ли он? За женщину? Будьте уверены. Ловил поп Антихриста, а поймал 3 месяца тюрьмы. Истинный бог, помолись! Ты помолись? Ну, скажем, я... Хотя ты можешь назвать меня просто маркиз Дорсини. Чего тебе надо? Тебе записка. От кого? Ну, кто же ее знает? Я встретил ее в парке. А сама она была в маске. Какая это женщина? Ну, по-моему, легкого поведения. Значит, почему? Потому что записки пишет. Дурак! О! Чего ж ты лаешься? Сложена! Хорошо? Ну, это ты сам узнаешь. Ты прав! Король! Помолись! Спи! Король, спи! Король! Спи! Король, спи! Король спит! Усну я. Thank you.
А что вы, маменька, скажете по поводу моей игры? Господин Морон. Я? Я уже просила вас не называть меня маменькой. И... Во-первых, сударыня, я не Муарон. А господин де Муарон, вон как. И руку выше. Уж не в клавесине ли сидя, вы получили титул. Сударыня, забудем клавесин, это было давно. Он покрылся пылью забвения. Ныне же я знаменитый актер. Коему рукоплещет Париж и руку выше. И я советую вам не забывать, что этим вы обязаны моему мужу. Он вытащил вас за грязное ухо из клавесина. Не за ухо, сударыня. А за не менее грязные ноги. Отец пристойная личность, нет слова. Ревнив, как сатана. Характер ужасный. Я могу поздравить моего мужа. Изумительного наглеца он усыновил. Да. Да, нагловат я. Да. Да. Это верно. Это правильно. Характер такой. А? Ну, актер! Актер! Нет равного актера в Париже! И... Нахал! Да! Нахал! Да. Амалье! Ай! Амалье! Ну, чего там говорить, сударыня? Трое есть. Мэтр. Да я. Вы мама. Вы моя знаменитая актриса. Весной в лесах летает бог. Подвинься. Как строен стан. Амур-герой. Несет колчан, грозит стрелой, где бутылка. Мама, не бойся, верный слуга на рынке. Богиня Венера послала любовь. Прильни, мой любовник, спини мою кухню. Нахал, где это? Мама, старуха в кухне. Идем ко мне в комнату. Нет, не пойду. Я девой пречистой клянусь, не пойду. Мама, пойдем. Мам, пойдем. Самый опасный человек в Париже. Да, мам, идем. Будь мил один час, когда тебя откопали в клавесине. Да, пойдем. Не пойду, девой клянусь. Мам, пойдем. Не пойду. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем. Пойдем, пойдем. Зачем ты закрываешь дверь? Ты меня побудешь. Я бутонщиком не стала. Странно. Ой.
разбойник. Я, извольте видеть, ничего не знаю, ничего не слышал, ничего не видел. Господа, я здесь ни при чем. Мне что бы куда бы. Ай-ой-ой. Царь небесный, он идет. Армандо! Ну-ка, что у вас говорили? Как вы смеете? Я не верю. Не верю. Глазам своим. Жан-Батист, надо быть собой. Ты ел мой хлеб за это. Обесчестил меня. Так вы смели меня ударить, берегитесь. Ну, брось рукоятку. Вы... Гадина. Вы смели меня ударить. Я вызываю вас. А? Вас... Ну-ка, вон из моего дома. Да вы безумный, вот что, отец. Прямо с гонореей какой-то. Ну, бесчестный бродяга. Я тебя отогрел, но я-то тебя и вергну в пучину. Будешь ты играть на ярмарках. Захария Муарон сегодняшнего числа. Ты в труппе. Валерояль, не служишь, иди. Отец, вы что, гоните меня из труппы? Уходи, усыновленный вор. Отец, отец, да мы репетировали. А? Психею, а? Что, вы своего текста не знаете? Что ж вы разбиваете мою жизнь? В высокой мере будет интересно знать, кто это будет играть у вас с Дон Жуана? Уж не Лагранж ли? Ну, уйди, или я действительно ткну тебя сейчас шпагой. Ну, смотрите, господин де Мольер, не раскайтесь в вашем безумии, не забывайте, что я владею вашей тайной. Ну, госпожу Мадлену Бежар вы забыли. Она при смерти. Все молится. А между тем, сударь, во Франции еще есть король. Жалкий желторотый лгун, чего ты несешь? Ах, несешь? Так вот, прямо отсюда отправляюсь к архиепископу. Ну, спасибо, измене. Узнал я тебя. Отец. Но имей в виду, если до этих твоих слов мое сердце могло смягчиться после них никогда. Ступай, жалкий дурак! Сгонорель, проклятый! Уличная женщина. Бутон! Yes. Бутон! Я здесь, слушаю. Сводник! Сударь, я... Почему здесь башмаки? Это, видите ли... Лжешь! Ну, по глазам видно, по твоим глазам. Нет, для того, чтобы налгать, надо хоть что-нибудь произнести. Я же вообще ничего не сказал. Это
Извольте видеть башмаки. Да, вижу, башмаки. Вот гвозди. Башмаки подбиты гвоздями. И я, знаете ли, так громыхал ногами, они, знаете ли, репетировали, и дверь от меня заперли на ключ. Да! А овощи к чему? Зачем? Овощи вообще не участвуют. Они ни при чем, я их, так сказать, с базара принес. Вот. Нормандо, ну ты что, хочешь, чтобы я умер? У меня же больное сердце. Вы что, хотите, чтобы он умер? У него сердце больное! Пошел вон! Нормандо, ну? Да потерпи ты еще немного. Я скоро освобожу тебя. Мне не хочется умирать в одиночестве. Армандо! Ты можешь поклясться. Клянусь. Ну, тогда скажи мне что-нибудь. Такой драматург, а дома? Дома? Я не понимаю, но как тебе это может уживаться? Ну как? Что ты наделал? Скандал на весь Париж! Зачем ты выгнал Муарон? Да, ужасный срам. Но ведь ты же знаешь, он... Ах, негодяй, гаденыш, порочный мальчик. Я боюсь за него. Но сейчас от отчаяния начнет шляться по Парижу. Я его ударил нехорошо. Хорошо. Верни, Морган. Верни. Ну, пускай походит один день, ну, а потом я его верну. Этих честных братьев свой донос повторяй. Я, святой архиепископ, ясно тогда расслышал. Я, пожалуй, лучше вообще ничего не буду говорить. Похоже, сын мой, что ты сегодня утром наклеветал. Наклеветал на господина Мульера. Врать вредно, дорогой актер. Придется тебе сесть в тюрьму, красавчик, где ты долго будешь кормить клопов. А делу мы все равно ход дадим. Я не клевета! Не тяни из меня жилы, рассказывай. Эй! А у тебя красивые башмаки, красавчик.
Но бывает и еще красивее. Принесите-ка сюда испанский сапожок. Не надо! Несколько лет тому назад я мальчишкой сидел в клавесине у шарлатана. Зачем же тебя туда занесло? А это такой фокус. Будто бы самоиграющий клавесин. Я играл на внутренней клавиатуре. Ну, вот. И клавесине. Я не могу себе говорить, отец. Я был пьян сегодня утром, я не помню, что сказал. Я в последний раз прошу тебя не останавливаться. Я слышал, как чей-то голос сказал, будто господин де Мольер женился не на сестре Мадлены Бежар, а на ее дочери. Так чей же это был голос? Я полагаю, он мне пригрезился. Чей голос пригрезился тебе? Актера. Лагранжа. Спасибо тебе, друг, ты честно исполнил свой долг. Не терзайся. Ты поедешь со мной к королю. На мое слово, помолись, в вашей квартире пахнет сыростью. Еще одна ступенька, Маркиз. Снимайте. Не с места, помолись! Успокойтесь, маркиз, никто не собирается нападать на вас. Маркиз, спрячьте вашу шпагу. Прежде всего, где я нахожусь? В подвале церкви. А. Я требую выпустить меня отсюда. Дверь в любую минуту откроют для вас. В таком случае, зачем было заманивать меня сюда помолить? Прежде всего. Это не заговор на жизнь короля? Бог вас простит, маркиз. Здесь пламенные обожатели короля. Вы находитесь на тайном заседании кабалы священного писания. О, кабала. Я и не верил, что она существует. Зачем я понадобился ей? Присаживайтесь, маркиз. Благодарю вас. Прошу вас. Мы скорбим о вас, маркиз. Мы скорбим? Я не люблю, когда скорбят. Изложите дело. Мы хотели вас предупредить, над вами смеются при дворе. Это ошибка, меня зовут Помолись. Поэтому и шепчутся за вашей спиной. Фамилию. Но к чему этот шум, маркиз? Шепчет весь двор. Говорите, а не то я потеряю терпение. Вы изволите знать гнуснейшую пьесу некоего Жан-Батист Мольера под названием «Тартюк»? Я в Пале-Рояль не хожу, но слышал о ней. В этой пьесе комедиант-безбожник надсмеялся над религией и ее служителями. Какой негодник, а? Но не одну религию оскорбил Мольер. Пьесу «Дон Жуан», может быть, изволите знать?
тоже слышал. Но какое отношение к Дорсиньи имеет этот балаган в Полероя? У нас совершенно точные сведения, что борзописец вас, маркиз, вывел в качестве своего героя Дон Жуан. И что же это за Дон Жуан? Безбожник, негодяй, убийца. И простите, маркиз, растлитель женщин. Благодарю вас. Может быть, желаете ознакомиться с материалом? Нет. Благодарю, неинтересно. Где дама, которая привела меня сюда? Я здесь. Приношу вам мои извинения, сударыня. Бог вас простит, маркиз. Прощаю я. Пожалуйте со мной. Я отвезу вас к тому месту, где мы с вами встретились. Заседание кабалы Священного Писания объявляю закрытым. Помолимся, братья. Спасибо и вам, парни, мой преданный друг. Мы подождем вас за дверью. Хочешь оставить мир? Хочу оставить мир. Чем больна? Врачи сказали, что сгнила моя кровь. И вижу дьявола, и боюсь его. Чем спасаешься от дьявола? Молюсь. За это Господь вознесет тебя и полюбит. А он не забудет меня. Нет. Чем грешна, говори. Всю жизнь грешила, мой отец. Была великую блудницу, лгала. Много лет была актрисой и всех прельщала. Какой-нибудь особенно тяжкий грех за собой помнишь? Не помню. Архиепископ. Безумные люди. И придешь ты с раскаленным гвоздем в сердце. И там никто не вынет его никогда. Значение слова никогда. Понимаешь? Поняла. Боюсь. И увидишь костры. А между ними ходит часовой и шепчет, зачем ты не оставила свой грех, а принесла его с собой? А я задавлю руки, я Богу закричу. И тогда уже не услышит Господь, и обвиснешь на цепях, и ноги погрузишь в костер,
так всегда. Значение слова «всегда», понимаешь? Боюсь понять. Если я пойму, я сейчас же умру. Поняла? Поехала. А если оставить здесь? Будешь слушать вечную службу. Вечную службу. Давно-давно я жила с двумя и прижила дочь Арманду и всю жизнь терзалась, не зная, чья она. Я родила ее в провинции. Когда же она выросла, я привезла ее в Париж и выдала ее за свою сестру. Он же обуреваемой страстью сошелся с ней. И я уже ничего не сказала ему, чтобы не сделать несчастным его. Из-за меня. Быть может, он совершил смертный грех, а меня поверг в ад. Хочу слушать вечную службу. Я, архиепископ, властью мне данной тебя развязываю и отпускаю. Теперь могу лететь? Лети. Лети, лети. Ваша дочь здесь. Зовите ее. Я прощу ей невольный грех. Арманда, сестра моя, ты погиб. Пойди, архиепископ и тебя благословит. Я счастлив. Я посажу вас в карету. Арманд? Вернусь за ним. Я счастлив. Я счастлив. Скажи, ты знаешь, кто был сейчас у меня? Арманда! Арманда!
на исповеди она мне это подтвердила. Даже не счел нужным, Ваше Величество, допрашивать актера Лагранжа, чтобы не раздувать это гнусное дело. Следствие я прекратил. Ваше Величество, Мольер запятнал себя преступлением. Впрочем, как будет угодно судить Вашему Величеству. Поступили правильно. Я считаю, дело выяснено. И сейчас же послать за директором театра Пали-Рояль господином де Мольером. Снимите караул из этих комнат. Я буду говорить наедине. Архиепископ, пришлите ко мне этого Муаронна. Слушай, сир. Великий монарх. Королевство-то без доносов существовать не может. Помалкивай, шут, чини башмак. А ты не любишь доносчиков? Чего же в них любить? А, такая сволочь, Ваше Величество! Захария Муарон? Это вы в клавесине сидели? Я вам задал вопрос. Я, Ваше Величество. Господин де Мольер вас усыновил? Я вам задал вопрос. Так, сир. Актерскому искусству он вас учил. Я вам задал вопрос. Он, Ваше Величество. Каким побуждением руководствовались, написав донос на имя короля? Здесь написано, желая помочь правосудию. Да, желая помочь. Верно ли, что он вас ударил? По лицу? Верно, Ваше Величество. За что? Его жена изменяла ему со мной. Это интересно. Так. Но об этом не следовало сообщать на допросе. Можно было ответить так, по интимным причинам. Сколько вам лет? 23 года, Ваше Величество. А.
что ж, сообщаю вам благоприятное известие. Ваш донос подтвержден следствием. Какую награду хотите получить от короля? Денег хотите? Ваше Величество, позвольте мне поступить в Королевский Бургундский театр. Нет. А вас сведения, что вы слабый артист. Нельзя. Я слабый? А в театр Дюмане? Тоже нет. А что же мне делать? Ну зачем вам? Это сомнительная профессия, актер. Вы ничем не запятнанный человек. Если пожелаете, вас примут на королевскую службу. Ваше Величество. В сыскную полицию. Подайте заявление на имя короля. Оно будет удовлетворено. Можете идти. На осину! На осину! Шут. А? Господина де Мольера? Спутником вы явились в то время, как вас пригласили одного! Первый ученик мой, актер Делагранж, проводил у меня, извольте ли видеть, случился сердечный припадок, я один дойти не мог. Я надеюсь, ничем не прогневал ваше величество. У меня, извольте ли видеть, несчастье. Я прошу простить меня за небрежность в туалете. Ой. Мадлена Бежар скончалась вчера, а жена моя Арманда тот же час бежала из дома, все бросила. Платье, вообразите. И безумную записку оставила. Сядьте, сядьте. Святой архиепископ оказался прав. Вы не только грязный хулитель религии в своих произведениях, но вы и преступник. Вы безбожник. Объявляю вам решение по делу о вашей
женитьбе. Запрещаю появляться при дворе. Запрещаю играть Тартюфа. Только с тем, чтобы ваши актеры не умерли с голода, разрешаю играть в полирояле ваши смешные комедии. Но ничего более. С этого дня бойтесь напоминать мне о себе. Лишаю вас покровительства короля. Ах, величество, ах, это же бедствие, это хуже плахи. За что? За тень скандальной свадьбы, брошенную на королевское имя. Уезжайте, уезжайте, прием окончен. Ваше Величество, я не могу подняться. Что? Карету. Отвези. Позови. Мадлену бы мне посоветоваться. Она умерла. Что же это такое? Ты что же это, а? В Бога не веришь, да? Как тебя скрутил-то? На, яблочко. Я благодарю. Твой отец довольный? Это все за Тартюфа. Понимаю я, почему вы так ополчились за религию. Догадливы вы. Мой преподобный, спору нет. Говорят мне как-то приятели, изобразили бы вы как-нибудь стерву монаха. Ну вот я вас-то и изобразил, потому что где же взять лучшую стерву, чем вы? Я скорблю о вас, потому что кто по этому пути пошел, тот уж, наверное, будет на виселице сын мой. Не называйте меня вашим сыном, потому что я не чертов, не чертов сын. Что ж ты лаешься? Впрочем, вы до виселицы не дойдете. О, господин, вы толкнули меня и не извинились. Вы невежа. Извините. Вы
лишь толкнули меня. Вы лгун. Да как вы смеете вы? Что вам угодно от меня? Секунду, уходите, уходите, умоляю вас. Маркиз господин де Мольер нездоров. Я застал его со шпагой в руке, он здоров. Моя фамилия Дорсиньи. Вы, милостивый государь, прохвост. Я вызываю вас. Уходите, уходите, это помолись. Господа, что вы делаете в королевской приемной? Вызываю. Готово дело, больше я вас не оскорбляю. Суди меня Бог, великий король, принимая сырая Бастилия. Вы, сударь, будете свидетелем, отдайте ему распоряжение насчет вашего имущества. Что? Нет распоряжений, помолись! Помнитесь, господа! Да, это было убийство же! В королевской приемной режутся! Бросайте шпагу, учитель! Возьмите шпагу! Вы не имеете права колоть человеку, у которого нет шпаги в руке! Я не колю! Возьмите шпагу, подлый трус! Ой, я как-то чего-то совсем не понимаю. У меня, извольте ли видеть, больное сердце, и жена бросила меня. Бриллиантовые кольца на полу валяются. Ну, даже белья не взяла. Беда. Я ничего не понимаю. Я никак не могу постигнуть, что же вы-то на меня бросились. Я ведь и видел-то вас всего два раза. Вы, по-моему, деньги приносили. Ах, это было так давно. Ах, я болен. Вы уж, пожалуйста, не трогайте. Я вас убью после вашего первого спектакля. Хорошо. Ой, все равно, ах, все равно. Почему вы его не кололи? Да вам-то что за дело, а? Бросил шпагу, помолись. Болван! Что? Чертов поп! Извините, что помешал. Самого
трагическая судьба. Торговал я пирожками в Лиможе. Никто пирожков не покупает, конечно. Помолчи, помолчи. Молчал, молчал. Актером хотел стать, барином. Тут к вам попал. Ну, я говорю, помолчи. Молчу я! Бать! Казни меня, король, казни, Иуда! Это же все, все, ты, Иуда! Я ж тебе... Уйди! А уморишь меня ты! Ты! Стрельбой, шумом! Ты что у меня в доме? Убийство учинить? Тварь, тварь, Захария Ворон. Ничего, ничего, ты меня знаешь. Куда бы ты ни пошел этой ночью, жди смерти. Утро ты уже не увидишь. Ну, с чем пожаловал, сынок? Преступление раскрыто. Стало бы, что еще ты можешь выудить в моем доме, о чем напишешь королю? Или ты подозреваешь, что я не только кровосмеситель, но и фальшивомонетчик? Обыщишь шкафы, комоды, я разрешаю, да без поклонов говори, что тебе требуется. Уважаемый, ты предрагоценный мой учитель. Вы думаете, я пришел просить прощения? Нет. Я пришел, чтобы успокоить вас. Не позже полуночи я повешусь у вас под окнами. Вследствие того, что моя жизнь продолжаться не может. Вот веревка, вот записка, я ухожу в ад. Вот, успокоил. Жалый случай. Как говорил один философ, лома ломи. Тебе лучше помолчать. Молчу, молчу. Пришел побыть возле вас. А на госпожу Мольер, если бы даже я остался жив, я не взгляну ни одного раза. Тебе и не придется взглянуть на нее. Она ушла. И навеки я один. Ладно. У меня необузданный характер. Я могу совершить сначала что-нибудь, потом уж думать об этом. Так вот, подумав и умудрившись после всего, что случилось, я прощаю тебя и возвращаю в свой дом. Входи. Да вы не человек, учитель, вы не человек, вы тряпка, которая моет полы. Дерзкий щенок, не рассуждай, о чем не понимаешь, ну не протирай штаны, вставай. А где кафтан? Ага, в кабаке заложил. За сколько это? Это же свинство, атласные кафтаны в кабаке оставлять, выкупить кафтан. Слушаюсь. Ты, говорят, бродил, 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 и даже к королю забрел. И сказал мне, король, в сыщике, а? В сыщике, вы, говорит, плохой актер, отец. Ах, куманек мой, ах, король, король ошибся. Ты актер первого ранга. Вот в сыщике ты не годишься, у тебя сердце неподходящее.
об одном сожалею, что не придется мне играть с тобою долго. Спустили на меня тут одноглазую собаку, мушкетера. Лишил король меня покровительства, стало быть, зарежут меня, бежать придется. Отец, пока я жив, не удастся ему вас зарезать. Вы знаете, как я владею шпагой. Да, ты превосходно владеешь шпагой, это верно, но... Гнусная гадина, прежде чем ты подойдешь к помолиться, ты купи себе панихиду в соборе. Сзади за колен! Это по тебе, это по тебе. Буду неотлучно следовать рядом с вами днем, ночью, на улице, дома, с чем явился. Как сыщик. Заткни себе рот, вон кружевом. Белый регистр, зачем оскорблять меня? Зачем оскорблять того, кто не может тебе ответить? Я человек с пятном, меня не следует трогать. Ладно, успокойся, не кидайся на меня этой ночью. Хорошо, ты меня убьешь, тебя повесят. А беззащитного мэтра кабала заколят. Думай. Ох, как ты поумнел-то. С тех пор, как исчез из дома. Имей в виду. Мэтра признали безбожником за Тартюфа. Я был в подвале у кабалы, закона для него нет. Значит, жди всего. Знаю я, знаю. О! Постучали. Никого. Лагранж, бери фонарь, пистолет, пошли караулить. Тиран. Такой глупый тиран. Тиран. Это вы о ком? Да про короля Франции. Молчите. Про Людовика Великого. Повешены оба. Я сегодня с утра чуть не умер от страху. Золотой идол. А глаза, веришь ли, изумрудные. А? Руки у меня покрылись холодным потом, поплыло все косяком, все боком. И соображаю только одно, что он меня давит. Идол. Повешены оба рядышком на площади. Вы вот так висите, а наискосок я. Безвинно погибший Жан-Жак Бутон. Что это я не узнаю местности? Где это я? В Царстве Небесном, что ли? Всю жизнь я лизал ему шпоры и думал только одно, не раздави. Ах, все-таки раздавил. Раздавил тиран. И колокол? Да. Я сегодня его спрашиваю, Ваше Величество. Ваше Величество. Извольте объяснить. Я сам не люблю такие вещи. Извольте объяснить, я оскорблен. Я ж то мало вам лизал, мало ползал. Да где ж вы найдете другого такого блюдолиза, как Мольер? Ах, да все из-за чего унижался Бутон? Из-за Тартюфа, думал найти союзника, нашел. Нашел, не унижайся, Бутон. Ах, как я ненавижу всякую государственную власть. Молчите. Мэтр, да вам памятник поставят.
девушка у фонтана, вот так из рта у нее бьет струя. Правда, вы выдающаяся личность, но умоляю вас, замолчите, чтобы у вас язык отсох. Зачем вы меня с собой губите? Вот я его и спрашиваю, за что? За что? Да я писатель. Я мыслю, знаете ли. Я протестую. Ах, она не дочь моя! Позовите ко мне госпожу Мадлену Бижар. Вы что? Вы что, она ж 10 лет как умерла? А, да, да, да. Ах, старуха моя. Зачем ты не сказала мне всей правды? Зачем? Зачем не учила ты меня? Зачем не била ты меня? Понимаешь, свечи, говорит, зажжем, а я приду к тебе. Вот свечи горят, а ее нет. Я еще тогда на тебе кафтан разорвал, да, да. Разорвал кафтан на тебе, Луидор, за кафтан. На тебе, Луидор, за кафтан. Я кликну кого-нибудь, мэтр. Ну что ж ты сидишь, давай, укладывай все. И завтра играю последний спектакль. И побежим в Англию. Ай, как глупо. На море ветер дует, язык чужой. Да и вообще дело не в Англии, а в том, что... Там за вами монашка пришла. Какая монашка? Ну, вы же сами хотели отдать ей стирать театральные костюмы. Ну, старая дура Рене, как напугала. Ну, скажи, чтобы пришла завтра к концу спектакля в Пале-Рояле. Дура! Ну, мне что, вы сами велели. Да ничего я не велел. Да, что же еще я должен сделать? Да, да, да. Да, что же? Кафтан! Ну, покажи, где я разорвал. Ой, кафтан, ложись вы в постель, ради бога. Господи, сделай так, чтобы никто не слышал, что он тут наговорил. Применим военную хитрость. Значит так. Сударь, вы, значит, говорите, что наш король самый выдающийся, замечательный король на свете. Я согласен. И присоединяюсь к вашему мнению. Какая же бездарность. Владуш, молчи. Молчи, я сказал. Я говорил, говорю и продолжаю говорить, да здравствует король. Да здравствует король. Да здравствует король. И что такое? Ничего не случилось. Да, я не могу разговаривать с господином Домайленом. Я разговаривал с господином Домайленом и случайно крикнул, да здравствует король, может быть, он хоть что-нибудь кричать.
Вот он кричит, да здравствует король! Я говорю, да здравствует король! Я говорю, да здравствует король! Да здравствует король! Ах, Боже! Какой бездарный дурак! Умер, я спрашиваю. Я прошу отвечать не актерам, а директору полирояля. Я пока еще хозяин на последнем спектакле. Ну, умер. Шпагой ударили прямо в сердце. Что происходит? Что происходит? Мушкетеры ворвались в театр и убили привратника. Что поделаешь? Ну, что поделаешь? Я, секретарь театра, заявляю. Театр полон безбилетными мушкетерами и неизвестными мне личностями. Я бессилен сдерживать их и запрещаю продолжать спектакль. Ну, он запрещает. Кто ты такой? Ты мальчуган в сравнении со мной, а я весь уже седой. Вот что. Он пил эти капли. Я вот еще что вам всем хотел сказать. Золотой господин де Малье. Бутон. Шалва. 20 лет я с вами, но только вот это знаю. Бутон, шалван или еще молчи, бутон. Вы меня любите, и во имя этой любви умоляю вас, не доигрывайте спектакль, бегите, карета готова. С чего ты взял, что я тебя люблю? С чего? Ты болтун. И все. Меня никто не любит. Меня раздражают. Со мной гоняются. И вышло распоряжение архиепископа не хоронить меня на кладбище. Так знаете же, все, значит, будут в ограде, а я околею за оградой. Знаете, мне плевать на их кладбище. Плевать! Вы травите меня всю жизнь. Травы враги мне. Побойтесь Бога, мэтр! Побойтесь Бога! Ну как вот играть в таком состоянии? Враги. Как? Вот! Вот, вот! Это мастерица! В полирояле пили люстры не раз! Народ веселится! В театре одноглазый! Где Марон? Врача надо звать, врача! На сцене он меня не сможет тронуть? Больше нельзя затягивать антракт. А. Или играть? Хочет играть, что делать? Играть. Вот! Вот храбрая старуха моя. Иди, я тебя поцелую. Вот она понимает, разве можно начать последний спектакль и не доиграть. Вот она понимает. Тут 12 лет ты со мной играешь, и веришь ли, ни одного раза я не видел тебя одетой. Всегда ты голая. Жан-Батист! Король вас простит. Он простит, он простит. Вы меня будете слушать? Буду, а их не буду, они дураки. Да, извините, я не знаю, как у меня это вырвалось, я оскорбил вас, я прошу простить меня, войдите в мое положение, я взволнован, господин Декройс. Да мы не сердимся. Сейчас же, после вашей последней фразы, мы спустим вас в люк, спрячем у меня в уборной до утра, на рассвете вы покинете Париж. Ой, согласны? Тогда начинаем.
Да, согласен. Давайте последнюю картину. Thank you.
кто остался в театре. Кто здесь? Это я, Бутон. Почему вы не идете к нему? Не хочу. Февраля. Было четвертое представление пьесы «Мнимый больной», сочиненной господином де Мольером. 10:00 вечера. Господин де Мольер, исполняя роль Аргона, упал на сцене. Тут же без покаяния был похищен неумолимой смертью. В знак этого рисую самый большой черный крест. Что же явилось причиной этого? Что? Как записать? Причиной этого явилась ли немилость короля или черная кабала? Нет. Причиной этого явилась судьба. Так я и запишу. Для его славы уже ничего не нужно, но он нужен для нашей славы.